имею честь сообщить вам, что наш клуб впервые в истории парусного спорта решил провести международную регату для одномачтовых яхт вокруг земного шара. Для участия в регате разосланы приглашения самым знаменитым капитанам. Да, вот так все и началось. В те времена я уж давно не помышлял ни о каких путешествиях и преподавал навигацию в мореходном училище. Вот при этих условиях и нужно определить координаты корабля. Лом, в чем дело? Где вы? Я потерял ручку, Христофор Бонифратич. Прошу к доске. И не забывайте, у вас переэкзаменовка. Христофор Бонифратич, вам международная. Прославленному капитану Врунгелю. Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично? Хочу! Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен. Лом, сегодня же приступайте к постройке яхты. Есть! Приступить к постройке яхты! Друзья, нашей яхте предстоит большое кругосветное плавание. Мы сделаем все возможное, чтобы главный приз регаты стоял в нашем морском музее. Поднять паруса! Отдать носовой. Отдать кормовые. Полный вперед. В чем дело? Почему стоит? Эй, на буксире! Прими конец, черт побери! А ну, еще разок! Старший помощник Лом, вы какой лес поставили на борта? Самый лучший, только что спиленный. А, ну тогда понятно, почему яхта пустила корни. Старший помощник Лом, очистить левый борт от зеленых насаждений. Неудобно как-то с усадьбой плавать. Рыбы засмеют. В море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Назовите Геркулеса и скомандуйте вперед. И она без ледореза льды на полюсе пробьет. А корытом назовете, не уйдете от беды. Эта яхта и в болоте нахлевается воды. Эта яхта и в болоте нахлевается воды. Море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот таким образом, Лом, да. Недаром я назвал нашу яхту Победа. Эй, на беде! Счастливого плавания! Скандал. Непоправимый скандал. Право руля. Держать курс в открытое море. Спустить паруса. Отдать снягой.
Итак, через 2 дня мы должны быть на месте. Время у нас еще есть. Лом, а почему мы сидим в такой неудобной позе? Не знаю, Христофор Бонифатич. А потому что прилив продевали. А вы цепь не вытравили, ясно? Ясно, товарищ капитан. Что же нам теперь делать? Придется ждать отлива. Thank you.